И снова о дорогах, как водятся разбитых в хлам. На этот раз под прицел объектива попала центральная улица коммуны в Сысерском районном центре. Народ кричит «караул», дескать, улицу хотят закрыть, вместо того, чтобы отремонтировать. Порой возникает впечатление, что нынешней весной активные жители не самых расторопных в делах обыденных и мирских муниципалитетов решили помериться достоинствами, у кого оно ущербнее. Накануне сысерский вице-прокурор господин Прищепа сообщил о том, что его ведомство направило в райсуд иск по защите законных интересов неопределенного круга жителей райцентра с намерением усадить чиновников мэрии на скамью подсудимых за убитую дорогу на улице коммуны. 10 дней назад местное ТП отменило все вечерние междугородние рейсы через центр Сысерти. Директор ТП Потапов в комментариях местной прессе заявил, дескать, пока дорогу не отремонтируют, их автобусы в центр города ни ногой. А ведь еще полгода назад, уточним, до мэрских выборов в августе 2013-го, местный люд радовался, строй «Автодор» начинает ремонтировать улицу коммуны. Даже дорожную технику сюда нагнали. Тогда центральную улицу райцентра перепахали и вроде бы даже в асфальт закатали. Но пришла весна. Да, кстати, мэра тогда осенью переизбрали. Но улица коммуны снова как дырявое решето. Мы попытались получить комментарий от чиновника сысерского муниципалитета Виктора Горна, который курирует ремонт дороги на улице коммуны. Но Виктор Петрович и до обеда, и после был недоступен для общения. По крайней мере, по телефону. Мне сказали, что он курирует. Виктор Петрович находится на объекте, он будет чуть позднее. Конкретно сказать время не могу, но вот звоните, узнавайте. То есть он пока на объекте, да? Да.